Наступивший 2018 год продолжает приносить с собой изменения. Минтранс России совместно с Федеральным дорожным агентством отменил временные ограничения движения по федеральным трассам в весенний период. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства транспорта страны. Как это новшество скажется на перевозчиках и простых гражданах, мои коллеги попробовали разобраться. Такое решение в пользу перевозчиков было принято для того, чтобы водители смогли планировать свою деятельность более эффективно. А доставка грузов потребителям снизила бы свою себестоимость, говорится на сайте Минтранс. Набережные Челны – один из тех городов, через который пролегает трасса М7. Ее длина – 1350 километров, и каждый день их преодолевают тысячи большегрузов. Как и по всей стране, каждую весну здесь движение прекращалось, что отражалось на ценах товаров перевозчиков. По подсчетам Центра маркетинговых исследований, более 100 предприятий республики ежегодно несли огромные потери. Нельзя делать, закрывать дороги, потому что нарушается цикл, нарушается режим работы, нарушается... Значит, доставка груза, значит, если предприятие непрерывного технологического процесса. Сами водители на эту новость отреагировали по-разному, но большинство все же считает, что отмена сезонного ограничения имеет только плюсы. Мне без разницы, какая разница. Мы не нарушаем и все. Мы возим продукты питания, и на них не должна распространяться какое-то ограничение, потому что дороги, они... Независимо, если хорошо сделано, они весна, лето, осень, зима, дорога есть дорога. Действующее до этого года временное ограничение движения большегрузов было обусловлено попыткой властей продлить таким образом срок службы дорожного полотна. Но сегодня более 80% федеральных трасс приведены в нормативное состояние. Летом 2017-го была капитально отремонтирована и часть автодороги М7. Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Ильнар Мустафин, Челны-24.